Знакомьтесь, Дэвид Сенстебе, предприниматель и энтузиаст в сфере инновационных технологий. Дэвид родился в Норвегии. Он интересуется концепцией интернет-вещей и смарт-городов, технологией распределенных реестров, разработками в области цифровой идентификации, электронного управления и инновационного дизайна оборудования. Сенстебе – основатель стартапа IOTA, занимающегося разработкой новых решений для сферы интернет-вещей. Основатель и генеральный директор стартапа TBA Stealth, разрабатывающего сверхмалые вычислительные процессоры для Internet of Things.